Смотрите, у нас целый набор для вас. 12 предметов, 3 цвета на выбор. Как вы думаете, сколько такой набор будет стоить на нашем телеканале? Где самые выгодные цены? А? 7, 8, 9 тысяч рублей. Целый набор посуды будет стоить 4 999 рублей. Вы знаете, за такую стоимость вы можете в магазине приобрести только одну кастрюлю. А у нас целый набор. В комплекте вы получаете 5 кастрюль и сковороду-сотейник. Все с крышками. И сегодня в комплекте вы также получаете вот такой вот набор мисок. Кстати, Олег, очень актуальное предложение, я имею в виду подарок, да, мисочки. Когда застолье, оливье, другие салаты всегда остаются, их некуда складывать потом, да? В мисочки переложили, закрыли крышечкой, компактно будем хранить. Совершенно верно. Главное, что вы получаете непревзойденное качество. Всего 21 предмет. Итак, скажите, пожалуйста, Оль, я к тебе, кстати, обращаюсь. Давай. Скажи, пожалуйста, ты могла вообще в жизни представить, что ты в кастрюле будешь запекать мясо? Нет. А вы? Нет. Это самый многофункциональный набор посуды, который позволяет вам запекать даже мясо в духовом шкафу. А теперь давайте посмотрим на результат. Идеальная корочка прожарки со всех сторон. Идеальное удержание тепла. А теперь разрежем и давайте посмотрим. Смотрите, какой сок. Весь сок остался внутри. Причем я хочу заострить ваше внимание. Кстати, мы готовим средиземноморскую кухню. Мы приготовим вместе с овощами, с апельсинами. Кстати, фрукты часто используются в этой кухне. Я о таком рецепте первый раз слышу. Слушай, вот знаешь, вот я когда мясо готовлю, у меня вот все время оно какое-то суховатое получается. Я, знаешь, как на экзамене всегда сижу, когда гости приходят, и думаю, понравится нет или нет, сухое или не сухое. Почему у тебя идеальное сочное мясо получилось? Друзья мои, набор посуды и плюс миски и обладает идеальной теплопроводностью. Внимание на экран. Это профессиональное решение было придумано только для профессиональных поваров. Что нам дает? Рассказываю. Равномерное распределение тепла, сохраняет целостность блюд, экономит электроэнергию и закипает и готовит любое блюдо на 30% быстрее. А значит, вы экономите время приготовления. Но и самое главное, эффект настоящего глиняного горшка. Это очень круто. И это каждом составной части вот нашего набора. Так, смотрите, у нас еще и несколько цветов на выбор. Для многих хозяек это очень важный момент. Ну, например, для меня тоже. Я выбираю карбон, у нас есть такой цвет, у нас также есть рубиновый цвет, вот это выбор Олега Сотникова. Есть у нас еще и медь. 3 цвета на выбор. Если вы делаете свой заказ прямо сейчас, во время прямого включения, вы получаете скидку 1500 рублей. Если вы прямо сейчас позвоните, их, правда, очень мало, но, тем не менее, пока еще они есть. Это набор мисок, которые бесплатно прилагаются к вашему набору посуды. Вот они, посмотрите, целых 5 мисок, которые нам будут помогать хранить салаты после Нового года. Итого 22 предмета. Набирайте номер телефона, пока действуют вот такие скидки и такие подарки. Звоните и заказывайте. Итак, друзья мои, это самый многофункциональный набор, который позволяет готовить перцы по-сицилийски, который позволяет приготовить пасту, например, вот такую вот неаполитанскую. Мы ее сделали с телятиной, с перцем, и при этом она у нас получилась не раскиселенная. Друзья мои, вы хотите узнать почему? Почему? Потому что наш многофункциональный набор имеет специальное многослойное термоаккумулирующее капсульное дно. Это идеальное решение было сделано для профессиональных поваров. Раз. Второе. Это было сделано, чтобы сохранять сочность блюд. И причем, чтобы овощи не теряли цвет. И при этом получались идеально и не пригорали. Слушай, ну правда, все очень аппетитно выглядит. А вы хотите готовить так же вкусно, как шеф-повар России Олег Сотников? Звоните прямо сейчас и заказывайте целый набор. Олег, да, давай сейчас назовем объемы, чтобы наши телезрители понимали, что получаем в комплекте. Итак, друзья мои, самая большая кастрюля объемом 6,1 литра. Кастрюля чуть поменьше 3,6 литра. Покажу, посмотрите. Кастрюля объемом 2,7 литра. Кастрюля объемом 1,9 литра и ковш 1,9. Вы получаете сковородку, она же сотейник, она же форма для выпечки, 24 сантиметра в диаметре. И, внимание, 3 цвета на выбор
И только во время прямого эфира вы получаете подарок. Подарок. Вот такой вот. Вот такой замечательный подарок. Олег, это целый набор мисок, которые лично я обожаю. Я, кстати, в них ношу еду на работу в качестве контейнеров. Использую очень удобно. Главное, знаешь что? Они сделаны из стали и внутри покрыты трехслойным эмалированным покрытием, чтобы безопасно хранить ваши... Да, это целый комплект. 22 предмета, 3 цвета на выбор. Звонки абсолютно бесплатные. А оплата у нас при получении. Олег, сейчас, делая заказ, наши телезрители должны понимать, что мы сейчас никакой предоплаты не вносим. Так. Мы сейчас только выиграем подарки, скидки, оплатим потом по факту получения на вашей ближайшей почте. Друзья мои, это идеальное решение. Профессиональный набор посуды из нержавеющей стали. Качественный. Имеет многослойное термоаккумулирующее капсульное дно. И в чем еще преимущество, мы сейчас будем рассказывать. То, что весь наш комплект, а это полный комплект, сделан из нержавеющей стали. Но, Оля, я тебе хочу рассказать, в чем принципиальное отличие многослойного термоаккумулирующего капсульного дна в отличие от обычной посуды. Итак, друзья мои, посуды бывает очень много. Одна из них, вот такая. Толщина этого дна всего лишь, посмотрите, 6 миллиметров. Вот такой вот один блин здесь присутствует. Давайте расскажу, чем принципиально неудобна эта посуда. Когда вы готовите кашу, у вас пригорает именно вот так. Это некачественная посуда, да. Ее отмыть будет очень сложно. Смотрите, что происходит. Вот так вот неравномерно распределяется тепло, и каша пригорает. В чем же принципиальное отличие нашей посуды? Давайте посмотрим. Как бы ни кипела она, на малой температуре она не пригорает, пригорает, потому что здесь равномерно идет распределение со всех сторон. А значит, получается, смотрите, какой результат. Я просто хочу, давайте за мной идем, просто показываю. Это готовит при помощи нашей посуды, а это готовит ваша посуда. Эта посуда имеет многослойное термоаккумулирующее капсульное дно с ферромагнитными свойствами, а эта посуда не знаю, что имеет. Просто и вас имеет. Бывшая хорошая кастрюля. На самом деле, кастрюли нужно периодически менять. Да, я так делаю. Знаете, когда вдруг, если что-то пригорает или уже какой-то запах не тот, естественно, я забочусь о здоровье своих близких, выбрасываю все старое, приобретаю новое. Конечно, на шоп-н-шоу, потому что у нас самые выгодные цены. Знаете, как я считаю, в Новый год совсем новым. Давайте сейчас, прямо сейчас, пойдемте к вам на кухню. Давайте посмотрим, какие у вас кастрюли, посмотрите на нашу. Посмотрите, какое идеальное качество. Вот возьмите свою кастрюльку вовнутрь, загляните, она такая же, она блестящая, она идеальная. Если уже, как говорится, бывалая кастрюля, выбрасывайте ее, выбирайте для себя новый набор, вы этого достойны. Всего 4999 рублей за целый комплект. Сделайте себе идеальный подарок.